Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня сделаю такой обзорчик и пройдусь не только по украшениям, но и также вам расскажу о том, какими тенями я пользовалась. Показывать тени не буду, потому что у меня совершенно нет времени и я уже убегаю, но посмотрите, я сейчас глазки прикрою. Золотистые тени. Девочки, я помню, кто-то делал мне запрос показать мои тени. Покажу, да. Вот эти вот золотые тени, они такие красивые. Все, пока-пока. Вот сегодня я хочу тоже показать вам видео подбор украшений. Макияж и подбор украшений. Значит, сегодня я одета в черную кофточку. Так, тут немножко зеркало мешает. Черная кофточка. Так, сейчас я покажу. Вот такие вот штанишки леопардовые. Нравится мне леопардовый принт. И как я к этому всему подбирала украшения, вообще аксессуары. А почему говорю аксессуары? Потому что, ну вот у меня, видите там, черненькая резиночка на волосах. Теперь показываю, что на мне. Так, показываю. Вот. Значит, это, конечно, вот такая цепочка. Вот их тут раз, два, три. Три штучки. Черная с золотом. Черная в золотистой оправе. Дальше. Вот здесь у меня такой коричневый браслетик из авантюрина. Так это смотрится. Да, маникюрчик сегодня я сделала новый, потому что все эти дни я занималась уборкой. И, в общем-то, у меня руки были в таком очень некрасивом виде уже. Вот, поэтому сегодня у меня новый такой вот красненький маникюрчик. Очень люблю сочетать красный маникюр с черным камнем, с зеленым камнем, с синим камнем. Очень люблю. Так, перехожу ко второй руке. Здесь у меня тоже бижутерийное колечко. Так. Вот. Вот такое вот оно. Видите, несколько ярусов. И белые стразы с черными стекляшечками. Вот они тут красиво смотрятся. Вот так это все дело смотрится. Так, что там еще? Еще что я не показала. Я вам сейчас покажу мои новые сережки. Я очень люблю розочки. Я люблю розочки в интерьере. Я люблю розочки на посуде. Ой, я люблю розочки на коврах. Я люблю розочки, знаете, единственные розы, которых я не люблю, это вот эти огромные на метровых ножках. Голландские они или какие розы? Они мне ужасно не нравятся. Они не пахнут. Они... И вот знаете, когда девчонки, вот счастливые девчонки идут там с ребятами, которые действительно с удовольствием купили им эту розу, они вот волокут эту розу огромную. Мне кажется, им вот она мешает. Не люблю. Вот единственная роза, которую я не люблю. Остальные розы я люблю. Я люблю розы, которые растут в саду. Я люблю розы, которые пахнут. Живые. Или в интерьере. Или сейчас пока. Вот такие серьги я себе недавно купила. Бижутерия. Ой, как они мне нравятся. Знаете, вот это серьги, которые можно под все носить, вот под все, что угодно. И вот такая вот прекрасная застежечка. Вот, и вот такие вот сережки. Ну, сейчас уже пару покажу, чтобы было видно, что их две. О, какие хорошенькие. И вот в этих сережечках я сегодня пойду.
Вот такой краткий обзор. Сейчас я вам еще расскажу про духи. Девочки, я не забыла. Сейчас про духи. Вот какие на мне духи. Кстати, Зоя, это те инблюм, которые я тебе рекомендовала. Сейчас я их достану. Вот. Инблюмчики мои любимые. Очень люблю эти духи. Очень люблю. Видите, розочки. Везде розочки. Вот. Ну, жарко еще, конечно. Жарко. Но уже не так. Чувствуется, что сентябрь. Но все равно жарко. Вот, показываю, как сверкает этот авантюрин на солнышке. Браслетик этот. Все, мои дорогие, на этом мой аутфит заканчивается. Пока-пока.